ДТП случилось 9 часов вечера. В это время по Казанскому тракту в сторону проспекта Мусы-Джалиля двигалась «Лада Приора». Ее водитель вспоминает, сзади их быстро догоняла другая легковушка. Он перестраивался, получается, на левую, что ли? Нет, он вообще, по идее, между нами проходил. Еще семерка, классика ехала. Он хорошо проходил, потому что уже прошел. Но зачем вильнул, не знаю. Между двумя машинами автомобиль «Ровер» не вписался. Он столкнулся с «Приорой» и от удара вылетел на обочину проезжей части встречного направления. Там легковушка приземлилась на крышу. А примерно какая скорость вот навскидку? Ну, он сам говорит, там пассажир 150 шли. В аварии серьезно пострадал водитель «Ровера». В результате ДТП водитель автомобиля «Ровер», молодой человек, 1992 года рождения, получил травму, перелом основания черепа и был госпитализирован в БСМП. Светлана Фарзеева, Валентин Кулагин, эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24 «Релакс».